не голосуете? Ну что? А почему вы снимаете? Откуда вы знаете, голосую я или нет? Ну, вы не подходили никуда. Вы просто даже ну начали что? Снимать. Я, может, выбираю. Что вы выбираете? Ну, если вы голосовали, то вы нет. А? Это что? Это лазерный зондер, он отговаривает голосовать за Путина. Ну, вы нас снимаете, теперь пойдемте. Куда? Дальше пойдемте. Зачем? Я уже бы снимал, я тут хочу посмотреть. Ну, пойдемте. Зачем? А мы сейчас вас. А вы хотите закинуть? Давайте я вас. Я? Закину бюллетень, что ли? Или что? Здравствуйте. Здравствуйте. Что вас хотели? Знать, кто? Я думала, то, что вы снимаете. Гражданин России. А то, что вы снимаете. И что? Ну, где же нельзя снимать? Почему нельзя? Ну, потому что разрешение, то есть, нет. А почему? Ну, так положено, что ну, кем положено? Ну, вы можете самостоятельно, но вот так вот участок снимать нельзя. Почему? Я вам чего совсем ну, почему? Есть какой-то закон? Да, да, какой? Вы можете обратиться в ТИ, который находится на Вишняковской 9. И что? И вам там объясняется полностью. Нет, а здесь-то что? Ну, вы не голосуете. Ну что? А почему не снимаете? Откуда вы знаете, голосую я или нет? Ну, вы не подходили никуда. Вы просто даже ну, начали снимать. Я, может, выбираю. Что вы выбираете? Как что? Будущее для страны? Сейчас такое определенное. Вы да. Приходите и начинаете снимать. Да. И что? А это ненормально что-то или что? Ну, нет. Почему? Ну, так на каждый час приходите. Ну, какая вам разница? Ну, как это такое? Ну, я не буду отвечать на этот вопрос. Ну, у вас есть разрешение, а? Что вы снимать можете? Да. Предоставьте. 29-я статья Конституции, часть 4. Да, вы уверены? Да. Можем посмотреть вместе с вами. Ну, вы можете. Вы снимаете сейчас здесь. Да, да. Вы не участвуете, вы не наблюдатель никто. Ну, спорный вопрос. Ну как это? Не, ну обычный человек тут может также снимать, ну и что? Почему он может снимать? По Конституции, он может также снимать. Ну, если вы голосовали, то он может снимать. В смысле, какая разница-то? Я что, перестаю быть гражданином, это общественное место. Что нет, такое? Я подхожу и снимаю все, что хочу. Могу. Могу голосовать, могу не голосовать, правильно? Ну, это понятно, если да. Не то, что вы снимаете. У нас если снимают, то должно быть разрешение. Что у вас есть? Разрешение должно быть. Нет, а у вас какой-то регламент есть? Регламентируется это? Ну, у нас там приходит на предоставление. Если у нас жители, то они снимают, когда сами. Ну, нет такого, что вы пришли и начинаете снимать без разрешения. Как-то. Ну, это где-то прописано? Или это как-то ваш домысл? Это не наше, нельзя. Или вам кто-то это сказал, ввел вас в заблуждение? Нельзя, а вы в курсе, что тут вот курсе, раз камера, камера да, и два камеры, вот, и они вас снимают, и любой человек может в прямом эфире это посмотреть, да? Да, ну вот, в чем, почему у этих камер прав больше, чем... Посмотреть. Ну, зачем мне лично зайти с интернета? Я, допустим, все снимаю в своей жизни. Вообще все, там, как в туалет хожу, как ем, как... Ну, вы тогда пройдите, спросите, можно снять или нет? Ну, зачем? Я же не подхожу, спрашиваю, можно мне дышать? Ну, вторая я вас спрашиваю. Вы так же на каждый участок ходите. Ну, с какой целью вы интересуетесь? Вы хотите всех предупредить или что? Почему? Нет, я только к вам зашел, у вас... Вас это ну, вот еще три участка. Где? Ну, как ну как будто вы снимаете, что вы ходите с камерой. А, ну и что, я не скрываю. Да. А что вы даже не спросите? Просто доходите. А зачем вас спрашивать? Вы заняты, работаете, чем вас отвлекать-то? Ну, нет, ну я ваше дыхание не спрашиваю, правильно разрешаю? Ну, это как бы.
Само собой разумеется. Зачем? Ну, как будто вы можете меня запретить или разрешить. Могу разрешить. Можете разрешить? Но сейчас нет. Почему? То, что вы теперь на меня рассердились, да, что я такой плохой, ну, без вашего разрешения начал тут снимать. Зашел и начал тут коварно снимать, да? Да. Да. Вас как зовут? Пашка. Ну, вы какое-то должностное лицо сейчас представляете, да? Вот у вас бейджик просто перевернутый просто. Так, Евгения Геннадьевна. Вот. А вы там... Кто у нас? Так, зампредседатель участковой избирательной комиссии. Вот. Отлично. Вот. Мог бы. Я мог бы тут 10 раз отжаться и много что еще мог бы сделать. Вопрос в том, обязан ли я это делать или нет. Если нет, то как бы, ну, нет. Ну, вообще, как бы, так же должны предупредить. Ну, как так бы, зашли, начинают здесь ходить и просто снимать видео сейчас. Ну, и что? Ну, тут любой человек, может, бомж может прийти голый. Ну, это общественное место. Ну, то есть бомж и голый лучше, чем фото снимает или что? Я просто не очень понимаю, в чем суть вопроса. Какая разница-то? Разница есть, да. Ну, понятно, что разница есть всегда. Я имею в виду, что, чем им это мешает. Или что я нарушаю таким образом. Тем, то, что вы снимаете. Что я нарушаю? У меня нет разрешения. Да, ну что, да у меня нет. Кто его выдает? Я вам есть, но лишь на кости делать. Это общественное место. Вы можете на улице, может, пойдем разрешение спрашивать у всех? Пойдем. Спрашивай разрешение на съемку? Да. Че снимаешь-то? Или... Ну, можно повежливее, конечно. Вот. Так, Евгения Геннадьевна. Вы в корне не правы, не надо тут ни у кого спрашивать, все хорошо, все замечательно. Любой человек может подойти и снимать. Что-то у вас тихо тут вообще. У нас все нормально, тише. Ну да, обед. Ну, лучше тихо. Обед. Обед, да? Все избиратели тоже обедают, да? Конечно. Да, людям надо кушать. Кто-то домой только едет, чтобы проголосовать, кто-то работает. Сейчас вечером. Да, сейчас вечером все подойдут опять. Кто-то за... А много, кстати, людей приходит, там, допустим, за 5 минут до закрытия? Когда как? Так и не угадаешь. Мы же не можем знать. Понятно, понятно. Ну, вдруг там кто-то придет, там... А не было таких случаев, что приходили, а за него уже проголосовали? Нет. А? Что? Это лазерный зондер, он отговаривает голосовать за Путина. Вот всех, кто в объектив попадает, отговаривает голосовать за Путина. Давайте не будем, а? Нет, ну это видеокамера. Я если понимаю. Так уж не шутить. Вот. Ну и. Что? А зачем вы снимаете? Знаю, нравится мне, хожу, снимаю тут. Ну, вы нас поснимаете, теперь пойдемте. Куда? Дальше пойдемте. Зачем? Ну, я уже бы снимал, я тут хочу поставить. Ну, пойдемте. Зачем? А мы сейчас вас. А вы хотите закинуть? Давайте я вас. Я? Закину билетик, да что ли? Или что? Ну а что тогда да меня выгоняете? Просто на видео и фотосъемку нужно разрешение. Мы уже с девушкой обсудили этот вопрос, спасибо. Я думаю, она вам расскажет итоги обсуждения. У вас сейчас идет? Сейчас тоже? Да, да. Ну как у вас, собственно, вон. Две камеры. Не получилось, да? Что не получилось? Ну, с полицейским договориться не получилось. Не договориться. Что, мне нельзя пытаться поговорить? Не, можно, конечно, можно. Можно. Thank you.